Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Ты втираешь мне какую-то дичь. Печь. 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 Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гей. Мы сегодня мы играем на Родина РП, первый сервачок. Муник здесь Кирилл Путбулов, и не забывайте вводить муник по регистрации. Как только вы прокачаетесь до 4 уровня, я получу 250 тысяч. И 150 тысяч я отдам вам. Поэтому обязательно вводите мой ник при регистрации. Ну что ж, пацаны, сегодня у нас новое видео. На Родину добавили квесты, получается, в честь Пасхи. Я вас тоже поздравляю с этим праздником. Христос воскрес. Ну, вы знаете, что ответить в комментариях. Сейчас я направляюсь в Приморский, но там находится персонаж, у которого мы будем брать квесты. Ну, пока мы летим, хотел бы вам напомнить, что у меня сейчас проходит конкурс на машину Porsche Panamera. Ссылочка на конкурс будет в описании, условия очень простые, поэтому переходите, участвуйте. Итоги конкурса уже будут совсем скоро, поэтому не упустите свой шанс выиграть хороший автомобиль. Итак, я уже нашел этого квестового персонажа, находится это все в Приморске. Сервак почему-то лагает, либо это у меня, но, скорее всего, это не только у меня. Давайте сейчас будем брать у него квест, в принципе, задание. Давайте сначала поговорить с ним надо, походу, а потом уже он нам даст квесты. Начало. Так, смотрим, что у нас тут в начале есть. Доброго дня тебе. Вот тебе первое задание, собери 20 пасхальных яиц на ферме. Все, берем это задание и, получается, направляемся в сторону фермы. Ну что ж, пацаны, наконец-то я собрал 20 яичек, у меня это заняло, чтобы понимали, больше часа. Сейчас сервак лагает, не обращайте внимания, блин, я застрял, я просто застрял. Сейчас придется админам писать, что я застрял. Я застрял, давайте напишем. Короче, я собрал 20 яиц, чтобы понимали, я начал видео снимать, получается, в 12 часов. А сейчас уже 16 минут второго, чтобы понимали. 16, блин, минут второго, давайте напишем спасибо. Просто, блин, 16 минут второго, и я только собрал эти 20 яиц, потому что там очень большая очередь. Я просто стоял под одним деревом на ферме. Они там в одних местах спавнятся каждые 3 минуты. Я просто-напросто стоял эти каждые 3 минуты, собирал это яйцо, и у меня это заняло больше часа, чтобы понимали. У меня еще хп ни хрена нету, мне надо похавать. Я просто эти сигаретами уже давился, понимаете, чтобы не сдохнуть и не попасть в больницу. Это реально, я очень рад, что я их собрал. Я давно так не радовался тому, что я, блин, что-то сделал. Я реально собрал эти 20 яиц, я такой довольный, что пиздец, потому что я тупо так час стоял и ловил эти яйца, потому что люди там подбегали, хотели у меня их забирать там и так далее. Но все равно я смог это сделать. Следующее задание таково. Купи в ближайшем магазине 24/7 свечку, подходящую для освещения, и принеси сюда. Я расскажу, что дальше делать. Окей, принимаем это задание и идем просто его выполняем. Все, я купил свечку, ее можно купить в любом 24/7. Теперь мы можем сдавать данный квест. Наверное, было самое легкое задание. Так, идем дальше. Следующее задание у нас освещение, часть 2. Вижу, купил свечку. Теперь настало время осветить ее и поставить. Сделать это можно прямо тут. Обернись. Так, обернись. То есть, типа, сюда можно ее поставить. Осветили свечку. И что теперь дальше делать? Так, теперь вы можете завершить квест. Блин, на самом деле прикольный квест. Мне они очень нравятся. Это мы тоже уже выполнили. Теперь давайте следующее задание выполнять. Заморский. Грешки, пацаны, следующее задание. Так, давайте квест пропишем команду. Так, я не понял, где этот коль взять. А, я понял, где это находится. Я понял. Все, сейчас долетим, короче. Так, я нашел этого квестового персонажа, это Рикардо Милос, как-то так он называется, короче. И, блин, чтобы взять мне этот кольт, нужно 100 пасхальных яиц. Пацаны, это просто полный пиздец. Чтобы понимали, я потратил на яйца где-то лям 300, даже больше, лям 400, наверное, я потратил на яйца. Да, я купил себе 100 яиц, вот у меня есть 25 яиц, и здесь у меня еще есть 129 яиц, я даже переборщил немножко. Я просто потратил лям 400 или даже лям 500. Лям 500 я где-то потратил, у меня было 2,7. Я просто потратил лям 500 на эти ебучие яйца. Ну, пацаны, все ради контента, я хочу в этой серии выполнить все квесты, поэтому обязательно ставьте лайки, пацаны. И подписывайтесь на канал. Вот это, кстати, пистолет, который я сейчас куплю. Он необычный. С пару выстрелов можно убить любое привидение, либо сендера. Поэтому сейчас мы это сделаем. Так, великоль. Теперь вы можете завершить квест.
Все, я прилетел, давайте закончим это задание. Так, осталось сколько заданий? Еще два. Так, это я закончил, берем следующее задание. Свет против тьмы. Теперь, имея такое оружие, мы наконец-то можем положить конец мраку в нашем мире. Уничтожь при помощи великого кольта одного сендера и одного призрака. Изготовленный из священного материала кольт способен уничтожить одним выстрелом любую тьму. Блять, ну ты издеваешься, серьезно? Сендера я еще могу найти, но призрака это будет намного сложнее. Ну ладно, давайте попробуем. Так, вон слендер, короче, идет, пацаны. Как так-то, блин? Как так-то, блин? Я успел выстрелить. Как мне к нему было подобраться? Неужели я проебал этот пистолет? Только не говорите, что я его проебал. Походу, я внутри его проебал. Я пистолет проебал? Блять, пиздец просто. Серьезно просто? Я да, я его проебал, походу. Я, пацаны, не знаю, что делать, потому что еще покупать 100 яиц я не намерен. Типа, я смотрел видео про обновление. Там прям вблизи в него стреляли. Блин, я бы сдалека точно не попал, понимаете? Оружие просто-напросто пропало. Все, пацаны, я буду на этом, наверное, заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.